И всем привет, ребят, с вами Вайк, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему новому ивенту. Сегодня у нас второй день, сегодня мы вместе с вами будем продолжать делать ходы. Ну а если вам нравятся видеоролики, посвященные данному формату, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, обязательно подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона на 20 тысяч танкоинов. Для этого строка аккаунт, аккаунте QC7 личный, так, так, тимпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и за форму, которая есть в описании. Во вчерашнем видеоролике у нас практически удалось набрать 100 лайков. А я говорил, что если сотка у нас наберется, то мы будем покупать дополнительные э, прибамбасики в этом ивенте. Будем покупать ходы. Так как у нас, получается, полноценной соточки не было, но мы на это дело, можно так сказать, немножечко закроем глаза. Мы сегодня приобретем э, на целых три хода. Наш ивент. Э, То есть мы покупаем 6 ходов, если по одному считать. Это сколько у нас получается тратится? 600 лям лям 800, да, вроде как, если я не ошибаюсь. Или сколько? Да, лям 800. Сегодня мы потратим лям 800 на все это дело. Или можем потратить меньше. Или можем потратить лям-200. Я говорил про лям-200. Давайте лям-200 потратим. лям-800 не будем. лям-200 потратим. И у нас как раз лям-800 останется еще на полноценные три хода. Ну и вчера я выполнил также первое задание. То есть у нас получается с заданок вместе будет три возможности открыть карточки. Вчера, как вы знаете, я открыл карточку, и у меня здесь уже есть место с элитным пропуском, да. Я еще думал, что это обычный боевой пропуск. Мне сказали, что это элитный пропуск у меня открылся. Поэтому, быть может, что-то интересное здесь тоже получится. Ну и на этот видеоролик у нас цели остаются прежние. 100 лайков пробиваем. Я уже получается тогда потрачу все оставшиеся кристаллы, которые у меня останутся на этот ивент. И мы сделаем еще один очередной контентик. Те ребята, которые в комментариях пишут, что, мол, этот ивент байт на то, чтобы вы тратили свои кристаллы перед скидками. С одной стороны, да, но с другой стороны, у меня и так уже все приобретено. И мне эти кристаллы не нужны. Да, то есть только на какие-то подобные ивенты мне нужны кристаллы, чтобы их тратить. Поэтому в целом меня здесь все целиком и полностью устраивает. Так что приобретаем наши замечательные карточки. Берем одну карточку и берем еще одну карточку. Итого мы тратим лям 200. И теперь у нас есть 6 полноценных карточек. И надо узнать, где лежит прибыль. Где лежит прибыль, где лежит прибыль. Вот в чем вопрос. Где лежат деньги? Так, ну давайте попробуем сегодня сделать такую вот интересную схему. Открою я первую карточку вот такую. 15 недельных, ясно, понял. И одну карточку открою. Открою. Ну давайте. Ну вот здесь. Офигеть. Я с первого раза угадал. Ничего себе. С первого раза угадал, где у меня два предмета одинаковых Находится Ну я просто щупнул свои любимые цифры 3-7. И попал в две карты. Ничего себе. Прикольно. Так, ну что, может быть, тогда мы по такой же схеме еще куда-нибудь попадем. 3-7 сработало, да? Значит, по идее, если 3-7 сработало, то может сработает 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Может быть, тогда так сработает? Нет, 10 ядерных энергий. Лучше бы я этого не видел, если честно. 10 ядерных энергий, да? Ну, давайте попробуем, попробуем, попробуем. Давайте попробуем вот здесь. Тавинс ГТ, понял. Так, ну и теперь мне хочется просто взять края. Просто взять края. 7 дней према и взять край сюда. Мамонт ГТ, вот так вот. Вот такие ходы я сделал. Ну, в принципе, довольно неплохие карточки открыл. Да, я теперь знаю, где находится по одному слоту с ГТ. И знаю, где находится 7 премы. Еще и открыл 15 недельных. Просто с первого хода. Открыл, пощупал, показал. Неплохо, неплохо, неплохо. В принципе, уже какое-то определенное количество мест мы знаем.

Еще на все это дело надо, но если начинать отгадывать и угадывать со слотами, то я думаю, что это все дело может пойти побыстрее. Да, если вот, вот так вот будет вести, то мы будем сразу попадать в нужные слоты, то побыстрее откроем недостающие позиции. В целом, как-то так, если честно, это один из немногих ивентов за последнее время, который для меня лично какой-то такой, знаете, необычный, интересный. И придает какую-то ну, дополнительную, не знаю, атмосферность. Да, и не зависимости от того, сколько там я трачу, ресурсов на все это дело, это выглядит ну, прикольно. Прикольно, реально. Вот не так много ивентов которые вот прям вот когда ты их проходишь, и они приносят какие-то дополнительные эмоции и дополнительный интерес. Поэтому выглядит все это дело очень и очень прикольно. Пишите, как у вас складывается этот ивент, участвуете вы в нем или нет, открыли ли вы какие-то уже две одинаковые карточки, получилось ли у вас сделать что-то подобное. Пишите все это дело в комментариях к этому видеоролику, поддержите видос лайком. Как я уже говорил, сотка лайков набивается, все вот эти кристаллы уже завтра летят на ходы. Ну и подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.